Бюджет 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 бюджет. Они могут бюджет бюджет. Но они 6 дюймов и бюджет. А, ну а потом они только умрут, потому что... Потому что... Не, а что? Ты же хочешь снова очень ракетницы и все. А, блин, да. Что сделать? Положить паладин? У паладинов психосилы. Холокост, Хаммерхенд. Хаммерхенд есть. Что нам... А не, стой, майт дает, да, 2d6 по технике. Ага, поэтому вот. Так, если мы вот так закроем облитератором обзор, срать? В смысле, если ты увидишь его под ногами, увидишь? А я как... И все равно тупо взорвут, правильно? Правильно. Мощь. Сразу запускать или... Ну и хрена мощь. А их по-любому могут не быть. Тут, короче, 3d6 выстал 7-й силы. Правильно. Один раз? Только надо поставить так. Ты, конечно, сразу сдохнут. Демон принцев тоже надо как-нибудь засомдать. Если они сдохнут, будет забавно. Просто смотри, по идее как? Я так мыслю. Да, в ходе. А он на первый раз уход будет? Да. Потому что у них уже своя расстановка, и там только на второй. Смысле? Ну, в папоке своя расстановка. В резерве есть, да? Ну, ты как скажешь, на первый, потому что, не, по-моему, на второй, потому что там именно, вот, именно на второй ход вы половину всего можете выставить. То есть никаких бросков, ничего. Ну, я же тебе объясняю. Так, мне все равно. Ну, не знаю, я так думаю. Значит, со второго хода будем мочить. У нас основной ход, первый ход нужно пережить. Кому? Первый ход это ваш первый ход. Вы первый ход. 8 минут. Вот, слышишь, Тигр, до хера времени. Тигр, тогда смотри. Дефилеров поближе сюда, за ними ДП. Потому что в любом случае, на втором. И щемануться. Без этих бросков, я не знаю, чем. Половину. А все равно не достанем за один ход. Мы-то не достанем, и они, главное, что не достали. А они что тебе сделают? Мало ли, они же убийцы. Видишь, паладины. У них это либо с ними есть? У них баба. Либо на окружении, поэтому. Ну, им в этом хотя бы. А почему-то вчера не...